Ребята, мы приехали все в МП-центр. Привет-привет. Подавать на губернаторские. Вот наборе. И планируем на эту денежку сделать второй этаж. Что делать? Делать второй этаж. Да, мы вам уже говорили где-то в отдельном видео. Хотим попробовать оформлять. Единственное, нам придется, говорят, здесь доказывать, что мы здесь были, жили, потому что у нас была временная прописка. Поэтому не знаю, насколько это дело затянется. Мы сразу приложим. Давай, Боря, сразу сейчас подойду. Анюта, ну постой с ним. Говорю, давай пойдем ва-банк. У нас же есть документы, оригиналы, да, временная есть. Прописка. Да. Говорю, давай сразу же вместе с ними подадим, хотя они нет их в списке документов. Говорю, потому а что потом через суд, говорит, придется доказывать, снова подавать все у тебя. А вдруг прокатит, и мы быстрее все сделаем. Так хочется уже к лету второй этаж сделать, ребята, даже себе не представляете. Мы уже думали как-то за свои попробовать, подтянуть, а потом думаю, а куда мы губернаторские пустим? Их можно только на дом пускать. И только. Да, поэтому будем уже подождать, потому что у нас много других Боригур надо купить. Машину, перерегистрация машин, ой, куча нужду. Поэтому подождем немножко. И мое лечение. И Боре лечение тут планируем. В общем, посмотрим, как все выйдет. Сейчас подадим документики. И покажем, как мы организовываем, кстати, очень классный момент, может, у кого-то же есть детки, как мы организовываем времяпровождение детей, досуг, да. Когда мы в таких местах, как МФ-центр, когда деткам нужно долго ждать чего-то. Сейчас мы разложимся, и Боря придет, нас снимет. Боречка села оформлять, я пошла к деткам. Ну что, ребята? Сашенька планшет взял, вот показываю, как мы организовываем. Мы берем с собой планшет, они по очереди здесь будут играть. Ребята рисуют, мы тут оккупировали стулья, стояли, мы просто их сюда подсунули. Ну, я не рисую, а делаю Паше письмо, мы по почте переговариваем. Письмо по почте? Угу. Взяли с собой разных книжек, энциклопедии не очень любят. Четыре на всех, чтобы было. А что, Анечка там Борю занимает. Ты что-то ему читаешь, да? Рассказываешь что-то ему? Анютку Боря что-то рассказывает, пока он себе десна массажирует пальцами. Чешется, видно, у него десна, вот прям руки во рту у него, мы уже говорили об этом, зубы ползут. Когда вылезут, конечно, не вопрос, ну, непонятно, но сам факт, что руки во рту. Анюта будет его тут развлекать, а я буду время от времени бегать к папе, подписи ставить, он за меня оформляет, на меня, на мое имя. А я только буду подбегать туда подписи, ну, он заполняет за меня анкеты разные, все, документы. Так что вот так вот мы работаем, ребят, на два фронта. Я с детьми, он заполняет, я туда, он сюда, потом наоборот поменялись. Очень удобно и детям не скучно, потому что они это заняты. И кубок они с собой взяли тоже. Здесь у них листочки, карандаши, точилка, все как положено. Боре надоело лежать, и мама ему экскурсию устроила. Мы все рассматриваем, где какие дяди, тети. Скажи привет, привет всем. У нас экскурсия по МФ-центру. Здесь так интересно. Здесь стульчики разных цветов. Здесь мужчины, женщины с разным цветом волос. Здесь такой белый красивый пол, квадратик. Их можно сосчитать. А еще здесь что? Красивые красные таблички висят. Поэтому нам здесь очень-очень интересно. Вот так. Пошли мы дальше экскурсию проводить. Оказывается, мы продаем и на губернаторские. Это выплата до 6 месяцев на ребенка 5000 рублей единовременная. И областной материнский капитал, оказывается, еще есть какой-то. Это вот именно, просто мы его называли губернаторским. Оказалось, что не губернаторский, а областной материнский капитал. Тоже сертификат выдается на 100 тысяч. Вот его мы можем потратить на дом. Так что уточняю просто, вдруг возникнут вопросы. А вон крупницу поставили доску для этой настольной игры. Конечно, она была красивая. Аня, была тут это, что ты мне говорила только что? Один мальчик стал фараоном в 12 лет. В 12, вы представляете? Его звали Тутанхамон. Странные имена. Ай, ты хороший. Ой, мой зайка. Можно, доиграй. Только одну игру доиграй, и все, давай, Паша. Делай, скажи. А мальчишки играют в планшет. А тебе так хорошо, скажи. Главное, чтобы мама развлекала, правда? Это фотоаппарат. Вот это фотоаппарат, да. Это ты у мамы в руках видишь фотоаппарат. Он тебя снимает, а потом все смогут тебя увидеть. Да. А потом, когда ты вырастешь, тоже сможешь посмотреть, как ты был с нами в МФ-центре.
И вот так вот прям мудрые глаза делал, да. Ой, невкусные пальцы. Ну, надо же как-то чесать десна. Ну, невкусные же пальцы. Так внимательно смотрит, что это такое. Что это за глаз его снимает. Ай, ты скажи.